Российские военные помогают сирийским беженцам покинуть территории, занятые ИГИЛ. Это стало возможным после достижения российско-американской стороной договоренности о введении режима прекращения боевых действий. Для выхода мирного населения из восточных пригородов Алеппо открыт пропускной пункт. Находиться там, тем не менее, очень опасно. Огневые точки игиловцев буквально в паре сотен метров. Передвигаться можно только короткими перебежками. Боевики пытаются всячески помешать сирийцам уйти на безопасную территорию и постоянно обстреливают пропускные пункты. Но тем временем по гуманитарному коридору российские военные продолжают поставки в Алеппо необходимых беженцам предметов первой необходимости. Мы встречаем гуманитарный конвой из России, составляем списки беженцев и поровну делим продовольствие. Сейчас мы расселяем их по пунктам временного содержания, чтобы они чувствовали себя в безопасности и снова стали полноценными членами общества. На пропускных пунктах беженцев ждет еда, продовольствие, теплая одежда. Ну, а на месте дежурят бригады скорой помощи. По коридору зону военных действий могут покинуть не только мирные жители, но и боевики, решившие все же сложить оружие.